Так, на площади Зимнего театра движение транспорта будет ограничено с 8 вечера 27 мая до 10 вечера 28 мая. С 19.00 до 20 часов субботы также будет перекрыта дорога по маршруту движения праздничного шествия от площади Зимнего театра. Это следующие улицы. Участок Театральный от Зимнего театра до пересечения с Курортным проспектом, улица Поярка, Несебрская от пересечения с улицей Поярка до пересечения с Войкова, а также улица Приморская от улицы Войкова до площади Южного Мола. Будет ограничено движение транспорта и на улицах, прилегающих к маршруту движения театрализованных колонн. Это улица Горького от пересечения с Войкова, улица Кооперативная, переулок Электрический, улица Москвина и Орджоникидзе. Также будет перекрыт участок сначала улицы Соколова до пересечения с Курортным проспектом, а также выезд с улицы Соколова на Курортный проспект по направлению со стороны улицы Нагорная. Нельзя будет выехать с улицы Первомайская и переулка Морской на Курортный проспект, а также двигаться по участку Морского переулка до пересечения с улицей Орджоникидзе и с улицы Войкова от пересечения с улицей Несебрская до Курортного проспекта. Движение на указанных улицах и участках будет ограничено с 7 до 10 часов вечера. Организаторы карнавала просят водителей в это время не пользоваться личными машинами или заранее продумать оптимальные объездные пути. Напомню, карнавал в честь открытия курортного сезона начнется в 19.30.